том, что я считаю, что у этого смотреть это действие на записи, в записи нет никакого смысла. Но это вживую интересно. Как у всякого перформанса, здесь да. ценность возникает в тот момент, когда это воспроизводится, а не в тот момент. Согласен. Наш век постмодернизма нужно дистанцироваться от стиля. Говорить, мы играем то, что мы играем. А вот вы понимаете то, что, ну, грубо говоря, ваш контекст понимания целиком определяется вашей начинностью,
тем, что у вас в голове.
общем, сегодня здесь происходило действие, которое для меня первый раз. Для Гришки тоже первый раз. Гришка — это фиолетовый пес экс Тотора. Значит, я его пригласил, чтобы мы поиграли вместе. Вот. Сделали такой гитарный перформанс. Была полная импровизация. Это было сделано для того, чтобы почувствовать себя еще каким-то живым, половить какие-то звуки, какую-то атмосферу создать. Мне это было важно. Для меня лично. Ну, я думаю, для Гвихи тоже, потому что я знаю просто. Мы так как любители, старые любители там, тех же нойз гитаристов всяких, там, типа Sonic Youth и так далее. Вот. Мы попытались сделать, значит, лично я кайфанул, мне очень понравилось все. Это был первый раз, это был опыт первый раз. Это было немножко необычно для меня. Друзья, которые пришли сегодня, были, в целом им понравилось. Они все как бы говорят, что все хорошо, понравилось. И такие разговоры пошли о художниках, каких-то там постмодернизме и так далее. В общем, я настроен на то, чтобы дальше делать какие-то перформансы такие гитарные, потому что мне это интересно на данный момент в моей жизни. Я хочу приглашать музыкантов разных, так вот делать такие штуки гитарные. Можно приглашать, хочу там приглашать, кто там на духовых играет, значит, там на струнах, не знаю, то просто что-то, какие-то звуки извлекает. Ну, то есть это какой-то такой авангард музыкальный, какие-то звуки. Музыкальных, то есть от звуков я получаю сейчас какой-то кайф. То есть музыкальный хаос — это какой-то, это космос. Ну, в общем, я доволен. Спасибо, кто пришел, спасибо друзьям, спасибо тебе, кто это все снимает, Антоха. Я думаю, что это все продолжится, это не разовая какая-то там встреча, так скажем, и действие. Вот, я на самом деле, ну, я кайфую, мне очень все понравилось. Класс.